Здорово, блин. Я, короче, решил, что мне будет скучно без вас играть. Я, короче, запустил стрим, но он мне, в принципе, нахуй не нужен был. Ну, я такой подумал, было бы прикольно рубануться, конечно, но не в балдурку, если че. Поэтому... Сейчас я чат открою. Хай, блядь. Привет. Все, я вас вижу. Нет, 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 нет. Какой секс-колледж, блядь? Я в Dragon's Dogma играю. Я хочу с вами поиграть, блин. Тем более ничего не лагает, в принципе, хули нет. Не, без вебки, ребят, я только встал. Вечером с вебкой. Сегодня балдурку будем дальше допроходить. Сука, уебан страшный, кот ебучий. О, и это. Мы так больше играть не будем. Это какой-то пиздец, если честно. Ну... Я только что вылез из помойки и начал рекламировать КСГФ. Я серьезно, тут есть Кинг, Рич и мой любимый Бич, а постоянные бонусы не дают мне голодать. И вот я уже успешный, красивый, перспективный. Хочешь так же? Заходи на КСГФ и вводи промокод с экрана. Это безумие! Мне балдурка начала нравиться. Поняли? Она начала как-то раскрываться. Но я более такое казуальное люблю. Это вот Dragon's Dogma мне прям вообще пиздец как заходит. Ой. Короче, я билд себе тут собрал сам. Ну, так как я играю тут... Не обращайте внимания, это лучший билд в игре, нахуй. Так что... Но донатить тут никак, тебе не надо донатить, забей. Ты 300 рублей заплатил, ты что, ебанулся? Чтобы что, донаты тут еще слушать? Нахуй надо, блядь. Короче, это маг... Да иди ты нахуй, ёбаный пидорас. Сука. Короче, я уж позвонил в этот, в МГТС. Они мне сразу с нулевой говорят, надо мастера вызывать. Я говорю, не-не-не, давайте без мастера, блядь. Ну, давайте попробуем настройки сбросить. Я говорю, давайте. На этом все, блядь, сука, нахуй, испугался, блядь. Но, как бы это еще не совсем заебись билд. Потому что самый лучший билд это, блядь... Короче, объясняю, их можно миксовать. Здесь от каждого билда можно взять пассивку. Что, естественно, я не сделал, блядь. От каждого билда по пассивке и собираешь свой, короче, билд. Охуенный. Но, естественно, у меня кроме лучника, блядь, ничего не было открыто, поэтому... Ты куда в дудку дудишь, сука? Я бы в трубку дудел... Типа Геншин, но без круток аниме. Но я не знаю, каким образом ты подумал, что это Геншин. Но, наверное, да, скажу. Так мне надо какое-то задание, блядь, меня ждет. Короче, объясню, в чем игра. Наверное, кто-то не понял, не поймет, в чем прикол. Значит, игра в том, что мы драконорожденный ублюдок. Значит, что такое драконорожденный ублюдок? Это восставший хуесос. Не понял, блядь. Я тебя попою, блядь.
Лети сюда, мразь. Давай, 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 вылетай. Ну все, пизда тебе, птичка, блядь. Так вот, короче, это драконорожденный, это чел восставший. Восставший чел — это мы. Мы почему восставший? Потому что, блядь, нас ёбнул дракон. И мы переродились. И, я не знаю, как. Он у нас забрал сердце, мы, блядь, значит, у нас шрам на теле, блядь, на груди. И в этом мире, ну то есть во вселенной этой игры, тех, кто, получается, восставший, у кого, блядь, сердце дракон забрал... Тот, значит, блядь, король. И мы, короче, тут изначально, получается, нищета хуева, просто появились голые, блядь, в тюрьме. Потому что некий король обозначил себя уже восставшим. Объяснилось это Лорна по-тупому, почему он там сидит сейчас, получается, ну, в королевстве правит. Потому что он, блядь, в детстве упал на какую-то палку, ему порвало грудь, ему ее зашили, блядь. И вот, типа, у него такой же шрам, как у нас. И он вот это людям показал, и люди все поверили. Такие, нихуя, говорит, это драконорожденный, блядь, давайте ему поклоняться. И в итоге появились мы, которые заявили, блядь, мы драконорожденный. И в итоге тот черт пытается как-то это скрыть. Мы, как слух, появились, короче, в королевстве, что типа драконорожденный настоящий есть. И мы сейчас пытаемся перевернуть государство. В общем-то, вот, вкратце. Тут какой-то пиздец вечно происходит. Вот сундук, сука, не забрать, вон тот, конечно. Ну, короче, игра странноватая сначала. Я ее на Твиче стримил, мне она показалась душной. А потом я выкупил. Ну, еще плюс я моды наставил, вы видите, как я, как еблан бегаю. Я моды наставил, чтобы поинтереснее играть стало. Я понял, что люди развыебывались. Короче, смотрите, в чем прикол. Значит, у меня тут стоят моды на вот эту хуйню. То есть я их куда угодно могу воткнуть. Вот эта хуйня, их в игре 6 штук. Сюжетно. Сюжетно 6 штук вот этих камней. Кристалл возврата. В чем прикол заключается? В том, что только 6 ты можешь использовать по всей карте. А что это такое, кристаллы возврата? А я вам объясню. Вот на такую карту это 6 телепортов, блядь. Хочешь больше 6, донатишь $3 за один кристалл. Понимаете, в чем прикол? И в двух городах только есть такие камни. Ну, то есть, которые официально стоят. Это деревня Харф и замок Варварта. Ну, блядь, к сожалению, я дальше не прошел. Может, и больше, где они там стоят. Ну, короче, вы поняли прикол. И это, блядь, из-за этого люди развоебывались и модом взломали ее нахуй, и теперь можно ставить куда угодно, у меня не бесконечные, короче. И вот эти камни тоже, они кончаются. То есть ты тэпаешься между городами, вот я тут был, расставлял сам эти камушки. Поэтому вот. Ну я так по бочке прохожу, там прикольно, очень интересно, не знаю. Движок, сука, странный для игры, но он потому что этот, это движок резидента, но он охуенный. Сначала мне было кринжово в него играть, а потом мне понравилось очень. В общем, сейчас я пойду тэпнусь. Во. А вот эти жуки, они вес добавляют в инвентарю. То есть вот у тебя больше ты можешь вести, ну, нести здесь вещей. Вот это моя пешка получается. Пешка это, как, скажем так, вот какая-то хуета. Вот, ну стой, мать, не убегай, женщина. Так вот, вот мы ее взяли. Значит, эта пешка, она, короче, из какого-то мира там что-то, и у каждого, типа, восставшего есть одна своя пешка, поняли? В данном случае вот это моя женщина. Ну, я ее создал, потому что... Все, иди. Поняли? Ну, как-то вот так. Но это касательно по игре, чтобы вы понимали... Ну, бля, вы ничего не пропустили, на самом деле. Но билд ёбнутый, блядь, я вам сразу говорю. Очень ёбнутый билд. Он какой-то дисбалансный, я бы даже сказал. Но не стоит забывать, что я себе чуть игру упростил, накинув статы через тренер. Но все равно мне было сложновато драконов гасить, а сейчас пиздец как. Не, я не с чит-энджином, нет у меня читов. Но я иногда деньги себе даю, чтобы не гриндить. Все, умер, братишка.
Я пытаюсь какого-то босса найти жирного, чтобы показать, как мы его ёбнем сейчас. А, вообще привальчик, наверное, надо будет сделать сейчас. Погоди, а волков больше нет? А, вон они. Все, собак отъебали. У меня мод, это не чит, блять, господи, сука. У меня очень много модов стоит на эту игру, чтобы в нее играть хотя бы интересно было. Потому что, ну, вы прикиньте, что такое пешком бегать вот эту карту, блять. Здесь перемещений быстрых нету, блять. Как в таковом понимании быстрых перемещений. О, ебать, алкаши какие-то. Все, умер, что ты его тушишь-то, блять? Блять, а куда я иду-то вообще? У меня карта горит. Так я сейчас не дойду пешком до туда. Сейчас пока не могу использовать. Почему? Кто-то сагрился? Мне надо в Вернвард. Реализм. Да и хуйня это, блядь. Это не должно быть так. И она еще, кстати, FPS минус, блядь, в городе до сих пор. Уж сколько времени прошло? У меня 4090 13900 KF, блядь, ему плохо, нахуй, в этой игре. Я не знаю, что там, если железо послабее, тут вообще похороны, наверное, в городах. Но, короче, мне эта игра нравится, потому что я здесь что-то выкупаю. А Балдурка сложная для меня, пиздец. Еще и выбор этот ебаный. Тут линейно бегаешь. А, надо поспать. Надо поспать лечь. А у меня тут, блядь, погодите, у меня тут дом, по-моему, есть. Я его купил. Дай домик себе. Чего? О боже, что ты делаешь? Это моя женщина, типа, ну, романтические отношения с ней. Что она, блядь, тут делает? Выслушаешь мою просьбу? Конечно, мать. Сейчас с тобой... Чё встреча с тобой дала повод задуматься о том, что значит жизнь чувством долга, хотя я до сих пор и не приблизилась к ответу. Но если бы мы провели еще немного времени вместе, ответ мог бы стать очевиден. Найдешь для меня время? Если найдешь, прошу, приди. Блять! Базарю, я найду время! Пиздец, она в Мелви, мне в Мелви хуярить. О-о-о. Давай, мать. Мы... Не мешай мне пройти. Погоди. Сопроводить гостя, блять, что мне нахуй до Мелви пешком ее вот так нести? Вы что, ебанутые? Тяночку носить на руках. Ну, конечно, это прикольно, блять, но я, пожалуй, считерю немножко. Пойдем, моя Мальвина. Побежали. Я сильный воин дракона, бля. Я тебя сейчас донесу. До твоей деревни на руках, представляешь? Если ты не выйдешь за меня замуж после того, что я 500 тысяч километров прошел пешком, тебя неся на руках, то ты не заслуживаешь моего внимания. Так, если сейчас не будет секс... Ребят, можете, пожалуйста, здесь подождать? Спасибо. Я пойду домой к ней. Так, погодите, что мне с ней делать? Тебе бомжу надо отдать? Ладно. Благодарю тебя. Теперь ясно, что я с самого начала завидовала твоим силе и мужеству, ибо, несмотря на потери воспоминаний, ты не колеблешься в своей решимости идти вперед. Однако столь мелочные мысли больше не будут мною править. Впредь я буду стараться стоять твердо, как и полагает главе, и поступать так, чтобы гордиться исполнением моего долга. Знак моей благодарности. Чё? Букет цветов? Так, короче, держи, блядь, букетик, который ты мне дала сейчас, я тебе его подарю. Ты сейчас скажешь мне спасибо, так приятно. Держи, пожалуйста. Я не... Пиздец, вот это я... Я что, сейчас ее просто привел домой, и она... Ну,
Ебать, говно какое. Мне женщина подарила цветы, которые я ей передарил. Она сказала спасибо. Ну, нормально. Теперь можно мне назад в город вернуться? Максим, что ты, блядь, скинул? Ты что, пьяный? Какие крякальники? Так, я хотел домой пойти и выспаться. Потому что сегодня я в реале не выспался. Это очень грустно. Тинвейв, ты даун? Что ты, блядь, делаешь, нахуй? Собака, блядь, что ты гавкаешь? Сейчас, погодите, вот тут посмотрю, что мне положили тут. С тех пор, как я последний раз тосковала по чьей-то компании, сколько лун минулось дня, когда один и тот же взгляд, так знакомое лицо, Вильгельмина. Опа. Опа, нихуя себе Вильгельмина, блядь. Это еще одна женщина. Но я правда хз. Ваша пешка из разлома. Оп, хуесос. Никто... А, золотую руду мне дали. И сильнодействующие пилюли. Джисо, спасибо, бро. Отдам пиво. Короче, у меня пешка очень красивая и очень часто пикают там, в хабе. Смотрите, она красивая какая. Все ее пикают, потому что она очень красивая. Я красивее не видел девушки в игре здесь. И потом мне дают всякий лут. Потому что она красивая. Так, идем в таверну. Мне тут надо встретиться с дебилом, блядь. О, здорово, мужик. Нам придется славно потрудиться. Есть новости от наследственного регента Свена, ваше величество. Он прознал о неком подозрительном свертке, который доставили человеку по имени Аллард. Это первосоветник, один из самых доверенных и могущественных союзников регенши в замке. Учитывая, на какие ухищрения он пошел, дабы остаться незамеченным, Аллард явно желает сохранить сверток подальше от посторонних глаз. Уже это дает основание предположить, что дело связано с планами Дисы. Мы обязаны докопаться до истины. Вечером наследный регент пригласит Алларда в свои покои. Он рассчитывает, что вы успеете осмотреть покои министра и выясните что-нибудь стоящее. Что скажете, ваше величество, готовы ли вы взяться за это дело? Конечно, блядь! Вижу, чтобы покои первосоветника не были затронуты с полуночи до рассвета. Молю, используйте время мудро. Проберитесь туда и выясните, что вызывает подозрение. Опа, на. Так, назначаем приоритетным задание, погнали. Блять, мне надо купить масло, потому что, блять, ну, этот лучник, он масло не экономит. У меня свет иногда выключается, я в темноте бегаю. Ладно, погнали. Короче, нам сейчас в замок нужно пробраться, блядь. Ты уставший, да? Капитан написал мне тебя, иди за мной. Ты меня опять приведешь, что ли, блядь? Ладно, погнали. О, алло. Давай беги, блядь. Ну, стелс как такового тут нет. Умоляю, будь осторожней. Хорошо. Погнали. Сейчас свет выключим. У меня мод стоит на смену оружия, а я его выключил. Все, кайф. Блять, мне сюда, в эту зону надо пройти. Нихуя себе трон, блядь. Там кто-то сидит? Вроде нет. Блядь, что мне сделать надо? Так, двор замка мне не то. Мне надо как-то наверх залезть, походу. Ебать, смотрите, охуенно, как вообще дворец выглядит, блядь. Бля, ебать, как в Игре престолов, блядь. Ладно, я поднимусь наверх, может, мне тут надо подняться. Ну, судя по всему, да. So
за важность такая, за которую меня зовут в столь поздний час. Не рискну даже предполагать, милорд. Дело может пахнуть писюнами, раз наследный регент просит о частной встрече. Может, малец наконец поумнел, осознал все выгоды дружбы со мной. Он, конечно, лишь марионетка своей матери, но понимает, с какой стороны масло на хлеб намазано. Милорд, ежели нас услышит, убери свои руки, дурень. Как будто в этом замке найдется хоть кто-то, кто посмеет выступить против меня. Так ежели Вильгельмина будет меня искать, скажи, пусть ждет в моих покоях, я скоро вернусь. Опа. Ёб твою мать, он вышел. Тихо. Фу нахуй, бля, я думал пиздец, сейчас спалят нахуй. Ебануться, Игорь. Так, что мне тут сделать надо? Погодите, сейчас посмотрю задание. Используйте отсутствие министра, чтобы тщательно обыскать его покои. Блядь. Так это его покои или чьи, блядь? О! Ебануться, дверь секретная. Ебать. Письмо. Опа-на. Письмецо. Это что за письмецо? Блядь. Какое письмо-то я подобрал? Письмо с гербом Баталя. Ебать, а куда оно улетело-то? Во, вот это. А я не могу его почитать. Ну ладно, похуй. Ничего важнее этого, ведь речь идет о восхождении владыки на трон. Вот как. Однако данную тему, ваше величество, лучше обсуждать в присутствии вашей матери. И... Блять, они тут не под дверью у меня стоят, Опа-на. Пиздец, ребят. Пиздец! Нужно совершать побег в срочном порядке. Тише, на меня сагрились, блять, все. Может, забудут. Ёбаный в рот, как убежать-то, блять. Ой-ой-ой, блять, не трогай меня! Тихо. Все, я покидаю место. Да. Ты пиздец спалился нахуй. Блять, они тут напали нахуй. Пизду, я побежал. Отагрились, нет? Да, вроде отагрились. Нормально. Ну, туда лучше не появляться сейчас в ближайшее время. Ой. Короче, здесь тоже сюжетных можно убить типов. Потом они не выдадут тебе задание. Это пиздец. Где этот хуебес-то, блядь, тут? Господи, бля, как пройти? Извините, пожалуйста. Ну шо, негр, на. Вот. Нехорошо известен этот знак. Этот герб соседнего государства Баталия, с которым у Вермана сейчас нет официальных отношений. Позвольте глянуть. Тут сказано, как и было обещано, мы предлагаем вам силу Гласа Повелителя. Просим скорее навести порядок в Мелве, ибо когда мы начнем действовать по плану, все должно быть готово. Улика не ахти, скажем прямо. Впрочем, она показывает, что регентша вступила в сговор. Вот, блядь, у него все-таки задание. Улика не ахти, блядь. Ничего хорошего это не сулит. Пусть сейчас политическая ситуация спокойная, в былые времена между Вермундом и нашим соседом пролилось немало крови. Боюсь, такое партнерство приведет лишь к большему кровопролитию. В любом случае, наши поиски продели лишь новые вопросы, важнейшие из них. Что значит навести порядок в Мелви? Что такое глаз повелителя? Постараюсь как можно больше об этом выяснить, а вы, ваше величество, ежели у вас есть свободное время, не могли бы отправиться в Мелви. Так, чё? Блять, сейчас мне звонят. Погодите секунду.
Jesus. Now there's a name to remember. Все, я тут. Бля, надо как-то это самое. Ну-ка, сейчас. Пиздец, а что это за люди, которые покупают подписки, блядь, сюда, но не смотрят стримы? Вы чё, охуели, блядь? Не понял. Моник офнулся. Схуяли? Какие-то странные ублюдки, блядь. Это какие-то фрики. Типа, ты платишь 300 рублей, чтобы что? Стримы шефа по великолепным, блядь, играм не смотреть? Ну, это пизда какая-то. Или, а, или они тут ждали, что я тут порно буду смотреть? Не, ну можно и порно глянуть. Так, погоди, почему у меня горит задание-то, блядь, там? А, это пьяный мудрец. Блядь, не надо мне это задание ебаное, блядь. Лагает. В смысле лагает? Нихуя не лагает, блядь, сынок. Ой. Так, сейчас, короче, поедем в Мелви. Это в Мелви, да, повозка везет? Вроде да. Давай, погнали. Погоди, а что, он не поедет, что ли, сейчас? Сука. Ладно, ждем повозку, блядь. О, Hyundai Creta приехала. Не, ну когда кино тут будет очень много зрителей, я уверен. В Мелви. Пущу заплатишь. Сколько? $100. На. 150, вернее. Еба, вы видели, как это, блядь, меня байтить пытается, типа, курица, блядь, ёбаная. Фу, блядь, дёшево, нахуй. Дешёвка, блядь. Какую-то хуйню пишет, я думаю, блядь, да заткнись ты на... Ёб твою мать, тут орка напала, блядь. Ебануться, нахуй, Игорь! Бро, ты сейчас умрёшь, блядь. Алло, кто мне по башке дал, блядь? Надо зазумиться, чтобы по голове свелось у него. Ну все, блядь, сейчас умрет, походу, чел. О, еще и замерз, блядь. Алло, алло, стой, сука! Все, погибчик, блядь. Ну, легкий, блядь. Боже, легкий. Легкий тролль. Ну, это можем продать, кстати. Погоди, а... Это, блядь, нормально, что тележка, блядь, ебаная уехала? Битом дракон? А, не, не дракон. Тележка, блядь, уехала, которая меня везти должна. Вы про чат или про небалду? Я про... А, вот моя тележка. Я про небалду говорю сейчас. Она меня там байтить пытается, блядь. Типа, порекламил мою хуйню тут, порекламил тут, я популярная, блядь. Это пиздец вообще, прикиньте. Блядь, это какой-то кринж. Алло, мать, тебя съел, сука, дебил, блядь, 600 подписчиков, блядь, на ютубе. Алло, о чем ты, блядь? Ты, блядь, комментарии все выключила, потому что жижанулась. Все, заткнись, блядь. Блядь, везде комментарии выключены, чтобы вы знали. Она на ютубе, блядь, их закрыла, она в телеграме их закрыла. И сидит какую-то хуйню там выпердывает. Ей какой-то, блядь, это, пососич
или кореш, я не знаю, скидывает какую-то хуйню, типа, вот, посмотри, что про тебя сказали. Я думал сегодня написать во втором ТГ, ты, блядь, вместо того, чтобы контент скидывать, $150 переведи и забьешь хуй, блядь, на все. Сидит, блядь, там, пососич. Ой, не, это, конечно, мем. Она еще, блядь, короче, переслала сообщение его, а у него там, ну, имя его, блядь, светится. Доносики Хесса, что ли, скидывают? Не, у нее какой-то симп. Вроде. А может быть, не знаю, чем. Может, менеджер ХЗ. Ну, короче, это все равно дешево выглядит. Вот, я вам сейчас покажу, кстати. Вот, смотрите. Сейчас. Во, видно, нет? Должно быть видно, пойдет. Сейчас вернется игра. Да, блядь, пиздец, комп завис, нахуй. Алло. Пиздец, блядь. Ой, блядь, ну вот такие моментики имеются, конечно, небольшие. Сумасшествие с этой игрой, блядь. Ну включи ты моник, ёбаная тварь, блядь, что ты прогружаешь там, я не понимаю. Блядь. Бля, не дает мне просто ничего нажать, блядь, смотри. Пытается что-то прогрузить, не может. Меня тичком припутать, что ли, или что, я не понимаю. Ну, блядь, да дай ты мне, ну... Все повисло на... О, все отлагало. Нет, нихуя не отлагало, блядь. Все есть. Dragon's Dogma... Все. Ебать, утечка, блядь.